Бывшие узники фашистских концлагерей поделились воспоминаниями о тяжелых временах рабства. Сегодня в Якутске проживает 8 бывших пленников, людей военного поколения, детство которых украла война. В преддверии Дня Победы специалисты компании «Сахаспецтранс» поздравили их с наступающим праздником. Подробности далее. Когда началась война, вся семья Фаузии Водолазовой, оказавшись в Карелии на оккупированной территории, попала в плен. Они содержались в лагере номер 3 в Финляндии. Фаузия долгие годы в Якутске проработала в ТЭЦ, стала ветераном труда и энергетики. Сейчас живет с двумя внуками. Весь поселок взяли в плен. Полностью поселок. Не только нас, но живые остались. Когда война кончилась... Нашли нас, всех объединили и вывезли оттуда. Нашим землякам удалось выжить в этой страшной войне. Несмотря на преклонный возраст, некоторые из них работают, участвуют в общественной жизни. Виталий Ионин родился в концлагере в Германии. Он по сей день трудится в сфере теплоэнергетики. Я сейчас генеральный директор ООО «Либур». Мы снабжаем теплом первоначальной котельной. Мы снабжаем теплоснабжением вот это о Монетах и прилегающие там к нам строение. Также наша съемочная группа побывала в гостях у Лидии Ситниковой. В 1942 году она находилась в немецком лагере под Воронежем. В 1958 Лидия Владимировна с мужем приехали в Якутию работать. Лидия Владимировна прочитала нам мамины стихи о войне. Фашистских разбойников жадной жены. Вы ждете посылок? Ну что ж, получайте. Накиньте красивый пуховый платок, наденьте шелка, наши туфли. Но знайте, ответить придется за каждый чулок. Недавно, вот буквально позавчера, я была в 5 классе 9 школы. Ну, там воспоминания свои им прочитала. Ну и пожелала, чтобы постоянно они вспоминали и не забывали наших ветеранов, и помнили о войне, и росли смелыми, твердыми и уважаемыми людьми. Стойкость, терпение, мужество. Наши уважаемые ветераны пронесли через всю свою жизнь. Они еще раз услышали слова благодарности и признательности от молодого поколения. Их подвиг всегда останется примером безмерного героизма и любви к родине. Саргалана Федорова, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.